Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. В текущий момент нахожусь на ПТРе, и мы поговорим немножечко об аниме. Анима – замечательная валюта, которая нужна для многих вещей в Shadow Lancia и является основной валютой. Анима нужна для постройки зданий, тут 10 тысяч, 15 тысяч, и резервуар довольно-таки недавно подняли до 200 тысяч, что не может не радовать. Также анима у нас нужна для покупки всяких интересных вещичек. Трансмоги, маунты, игрушки, питомцы. Все, что душе угодно, можно прикупить за аниму. И, как говорят, как будет, в 10.95 можно будет свободно менять ковенант. И, само собой, в каждом ковенанте свои постройки и свой резервуар с анимой. Знаете, если в текущий момент вы уже там накопили в каком-то ковенанте 200 тысяч, то копить с нуля в каком-то другом ковенанте эту аниму будет, ну, трудновато, будем честны. Опять делать локалки, опять фармить, опять заниматься одними и теми же мини-действиями — это скучно и это нудно. На ПТРе был введен мобчик, который позволяет архивировать нашу аниму. Архивация идет по курсу 1 к 1. 250 анимы мы тратим на покупку предмета, при использовании которого мы получаем 250 аниму. То есть у меня в текущий момент имеется ее 20 000, 321 штучка, и я могу купить 81 итемку. Окей, покупаем, и нам даже квест засчитывается на сбор 1000 аниме, что не может не радовать, то есть таким образом просто квест можно автоматически завершить. А также, не знаю, в рамках ПТРа, или это все-таки будет даже на лайве, что довольно-таки интересно. Найдем сейчас какого-нибудь игрока. Этот друид будет стоять на месте. Да. Свободная передача аниме между персонажами? Нет, я не думаю, что это дойдет до лайва. Скорее всего, эти баджики можно будет передавать только между своей учетной записью. Но, как говорится, доброе дело я сделал сегодня. И видосик записал, в котором рассказал вам об архивации аниме и интересных ее свойствах, и аниму передал. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!